Здравствуйте, мои дорогие! Всех с праздником весны, Навроз! В сегодняшнем видео покажу, как я готовила самсу и встречала гостей. С утра начала готовить самсу с зеленью. Почистила и промыла зелень, нарезала лук и начала рубить зелень, как на видео. В промежутке замесила тесто. Тесто очень простое, теплая вода, соль и мука. После того, как зелень готова, в него добавила лук мелко нарезанный и соль, масло по вкусу. Все это смешала и начинка готова. Тонко раскатала, как на видео, тесто, смазала сливочным маслом и, как показано на видео, скатала в рулетик. Нарезала на мелкие кусочки и раскатала их тоже. И начала формировать самсы. Самсу смазала яйцом и посыпала кунжутом. Убрала в духовку. А пока готовятся самсы, начала уборку комнаты, где готовила. После уборки быстро привела себя в порядок. Вот и готовы наши красивые, вкусные, хрустящие, обалденные самсы. После сделала место в гостевой, думала, там будем сидеть с тетями, но, увы, нет, сидели в нашей комнате, где тепло. Встретила гостей, все сестры моего папы, мои тети и невестки. Сидели, пили чай, кушали вкусняшки и разговаривали долго. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands. Все уехали по домам. Только одна тетя моя осталась с ночевкой. Ужинали, смотрели телевизор, болтали. Вот так прошел у нас праздник Навроз. Как у вас прошел этот день? Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч в новых видео.